Я рад, что ты здесь! В бухте приключений новый день! Эй, зайчик хочет что-то тебе показать! Следуй за ним! Зума! Скай! Две готовы! Отличная работа! И третья! Да! Пять! Осталась одна! Ой-ой, еще совсем чуть-чуть! Ой-ой, продолжай в том же духе, щенок! Ой-ой, ты сможешь, щенок! Ой, ты сможешь, щенок! Звонок от Алекса! Вот и все! Дело сделано! Браво! Смотри, кошка высоко на дереве! Ты можешь спасти ее вместе с Маршалом или Скай! Отличная работа, щенок! Скай! Свинке нужно попасть в сад, но большой камень загородил дорогу. Крепыш может помочь. Невероятно! Когда щенок ест супервкусняшку, он может двигаться очень быстро. Смотри, место отмечено крестиком. Попроси крепыша выкопать яму и найти сокровища. Птица в беде, значит, нам пора в путь. Щенячий патруль, все на базу! Мистер Портер развозил продукты, но наехал на кочку на мосту. Он перевозил большие мешки вкусняшек, и они попадали в реку. Мы должны вернуть их мистеру Портеру. Зума, тебе нужно спуститься по реке и собрать мешки вкусняшек, прежде чем они достигнут бухты. Отлично! Отряд щенков к делу готов! Зума в деле! Вкусняшки за бортом! Итак, Зума, мы должны собрать мешки вкусняшек, прежде чем они достигнут бухты. Старайся избегать препятствий. Это плотина бобров. Используй трамплин, чтобы перепрыгнуть ее. Вот и все. Все мешки собраны. Отлично, Зума. Смотрите, метеориты упали в карьер. Нужно достать оттуда метеориты, пока их не нашла леди Сорока. Некоторые метеориты упали на землю, но другие оказались запертыми большими каменными блоками. Крепыш, тут пригодятся твои сокрушительные способности. Похоже, собраны все метеориты. Молодец, Крепыш. Поздравляю, Крепыш! Теперь мы можем отнести все эти метеориты в безопасное место. Ты получил 3 звезды! Мега-Рокки! Прекрасно! Давай построим мост! Великолепно! Еще немного бревен и готово! Отличная находка! Неси это к мосту! Идеально!
Ты прирожденный строитель. Пересечем мост. Сорока украла золотой молот у создания Мэри и отнесла его в свою крепость. Его охраняют ее птицы-боты. Отключим их и вернем золотой молот. Коснись птицы-боты, чтобы выпустить снаряд. Ха-ха! Приятного полета, леди Сорока! Прекрасно! Колокол, украденный роботами леди Сороки, возвращен. Спасибо, друг! Я доставлю его обратно в мэрию. Прокинулся. Поставим его на колёса. Отлично! Благодаря тебе фургон может продолжать путь. Оп, да! Гав-гав стая устраивает мотопроблемы. Застегивай шлем и погнали! Суперкрутой трюк! Отличное время! Должно быть, он хочет напугать животных ради забавы. Догоним его! Мотоскай! Ты самый быстрый щенок в городе! Проезжай по платформам, чтобы ускориться! Так держать, щенок! Еще несколько вкусняшек и приз твой! Суперкрутой трюк! Великолепный трюк! Когда щенок ест супер-вкусняшку, он может двигаться очень быстро. Мотоскребыш!